Хей, йоу, гейс, с вами Шумики, и мы продолжаем проводить игру по названию The Messengers. Ух, по идее, это уже скоро у нас финиш назревает. Поэтому погнали. Тихо. Так, я иду все правильно, все в порядке. Так, нет, нужно вернуться обратно, там сделать чекпоинт. Чтоб я вот этот снова ничего не делал. Такую большую. Вот и чекпоинт. Так, отлично. Вот отсюда будем начинать. Так, там внизу я уже видел какие-то огоньки, и там, где я могу просто пробежать. Нифига себе. Даже так. Так, поехали. Мне главное, чтобы просто не стопило, да и все. Да, я понимаю, здесь было бы сложно. Хотя тут без ходьбы, поэтому невозможно было бы. Сложно. И все заново. Так, ему здесь хил есть. Мне хил нужен. Я могу только на 3000 себе позволить делать что-то. Бля. Я просто врезался и все. Отлично, хил есть. Хил есть, значит, я могу тыкнуться 4 раза. Ну, это нормально, ладно. Так, успеваю, хорошо. Здесь тоже не задамажится, главное. Так, побежали. Ой-ой-ой-ой-ой. Фух, ладно, пронесло. И очень хорошо пронесло. Ой, еще здесь тут. Фу-фу-фу. Отлично. И у нас здесь... В смысле? А, не, нормально. Не вижу сложности. Ой, вижу. Я не могу там плавать. Ё-моё, вот в чем сложность. Думаю, не вижу сложности. А вот и сложность. А вот и сложность. А вот и она. Это сложность. Нормально. Тихо. Лодка. Ху-ху-ху. Да-да-да. Это сложновато-то. Значит, это получается, в каждой локации у нас есть мелодика. Мелодика. Ты получил ключ хаоса. Это нота попытка удержать бесконечный хаос при спонии. И она понадобится тебе для создания мелодии, снимающей проклятие. Отлично. Так, а что теперь?
Мне осталось еще 5. А теперь нам нужно отправиться куда? Куда выгоднее отправиться, чтобы быстро прийти в храм? Я не вижу только смысл, блин, только в лес идти. Осенние холмы и все. Его должно у меня быть 5 их. Еще здесь 2 неизвестных, 3 даже неизвестных предмета, где находится. Так, сохранение. Окей, поехали. Но это дело мы уже проходили. Мы уже знаем, когда вас можно затупить, а когда нет. Ой. Чуть немного я затупил. Ладно, не суть. Так, а про... Это ёлки-палки. Да, правильно я иду. Правильно я ли иду? Правильно, правильно. Давай сюда иди. Я тебя раскромсаю. Кто знал, кто знал, кто знал? Я точно не знал. Заново, да? Дали мне способность телепортироваться между этими порталами. Ну, а я хотя бы не так далеко все равно ушел. Так. Бля, все-таки зацепил меня говнюк. Бля, ну у нас только в храме остается место. Давай. Давай, поехали. Блять, просто бежим. Отлично. Делимся. И все, в принципе, мы пришли. В принципе, мы с вами и пришли. Вот и храм. Храм тара-да-да-дам. Надеюсь, они уже его построили. Йоу. Оу, хорош. Мост отремонтирован, не верится, правда? Мы так гордимся собой. Эх, я не могу с ними говорить. О, тихо. Так, это сокращение пути, ну плевать, побежали по мосту. Отлично.
плывем. Поехали читать. Есть что-то? Есть что-нибудь? Нету? Окей. Так уж и быть. Ну, этим мы все открыли с вами. Так, сразу погнали за этим. Достанем. А, какая разница? Ага. Вот в этом, да, разница? Ладно, пойдемте так. Таким образом. Ай, блин, я должен был прыгнуть, ладно. А давайте таким образом пойду туда. А, вон в чем проблема. Мне визуально нужно поменяться. Так, теперь мне нужен хил. Я не успеваю просто. Я просто на слово не успеваю. Я просто не успеваю. И тут тоже, да, никуда не пойти. Давай, мне хил нужен. Но первым делом мне нужно понять, куда мне идти. Чем этот хил? А, вон оно что, оно... так нужно было мне просто подождать, понять механизм. Так, вниз. Оп, вниз, поехали. Вон оно как. Вот зараза. Я даже так не подумал, что меня надурить-то могут. О, тут видите такие глаза? Кайф. И что мне теперь делать? Так, тут рычаг. Эх, ясненько. Оп. Ракета? Я подумал, я на ракете улетел. Блин.
Долго ты будешь так открыто? А, не хочу знать, поэтому я просто побегу вперед. Ух. Не понял. А могу я теперь понять, в какой мне промежуток времени нужно? Да? Кайф. А теперь объясните мне промежуток времени, который мне нужен, чтобы отскочить. А хотя подождите, я могу отскочить? Что? Минуты. Я могу. Я ей управлять могу. Аев, тихо. Блин, я силу одну потерял. Хотя нет, туда не попасть было. Ладно. Окей. Не знаю, зачем я их собираю, чтобы было. Полетели. Сохранейшн. Ух. Ух-ух-ху. Допустим. Так, все, да? А мне здесь так не пролезть. А ну, вниз. Ага, и мне здесь не пролезть. Может... Я сейчас знаю, что мне нужно. Вернуться сюда. И понять, что нихера. Ай, боже. Зачем так сложно? Чем так сложно? Я могу тут проехать! Прекрасно. Ладно, но хп, поехали. У вас хп. О, поехали. Мне нужно запомнить. Так. Отлично. Блять, вот о чем я сейчас думал. Главное, чтобы по мне не попали. Откуда я сейчас начну? Отсюда. Правильно, отсюда. Да ладно уже. Шанс просран. Если только мне хилок не дадут.
Окей. 3 хп. И я еще закоцался. Ай, ладно, поехали. Ладно. Чтоб наверняка. Хилаем. Отлично. Ух, как мне горит жопа. Там есть проход внизу. Мне туда вот и нужно как раз. Ай-яй-яй. Ладно. Не беда, не беда. Да ладно, я еще закоцался. Это уже беда. Это уж беда. Эх, сдохни. Хил, хил дай. Вау. Блаженство. Блин. А вниз мне нужно время вернуть. А вот как раз и это время. Вот как раз это и время. Ух ты ж, ё. Ёлки-палки. А это откуда я начну? Почему я просто не дошел до сах... А был чекпоинт? Ай, Каев. А, вздыхай уже. Это пока что самое жесткое место, на самом деле. Как бы оно то ни было, это самое жесткое пока что место. Потому что я здесь вздыхаю, у меня жопа горит именно от этого места. Это как от Hollow Knight, когда мы проходили этот... Божественный замок или какой, как он там называется? Чё, херел? Убирайся отсюда. Бац, 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 бац. Да ёлки-палки, я к стене уже прицепиться не могу.
Стой! Вот сохранялка была прямо здесь, но я ее не до. Представляете, как она была близко? Она была близко, просто пиздец близко. Дуэль. Ой, сейчас бы еще упасть. А знаете, а взрыв ракетки как будто в Сонике. Вот, что значит поспешить? Что надо, вот чтобы... Ничего не нужно, чтобы поспешить. Пишешь и просто изи минус рип. Просто рип, минус рип. Изи рип, изи минус рип. Плевать, я получил урон, плевать. Вау. Мне только туда идти, мне нужно открывать ворота. И это ради знака силы. Блять. Предупреждение, смертельство 68. Варбл самый крутой игрок. Так, еще похавать нужно будет сходить. Еще нужно будет сходить похавать. Так, и вверх. Нет. Путь. Ё-моё. Наконец-то. Наконец-то. Знак силы получен. А теперь вот можно и подохнуть. А теперь можно и подохнуть, потому что знак силы у меня теперь есть. Так, а здесь что у нас? А, тут у нас рычага нету. Каев. Теперь мне нужно вернуться в прошлое. Теперь в прошлом здесь снова пробежать.
Так, боже. Готово. Ух. Ладно, давайте, короче, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.